Началось совещание с вручения награды. Светлана Алексеевна Назрет от губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского за участие в областном смотре конкурса назвали лучшей уполномоченной по охране труда по итогам 2017 года. Это не единственная награда за победу в областном конкурсе по охране труда. 13 июля в городе Смоленске в малом зале Дома Советов состоялась церемония награждения победителей и призеров областных смотров конкурсов по охране труда в номинациях «Лучшее состояние условий охраны труда в организациях» и «Лучший уполномоченный по охране труда» за 2017 год. От нашего города ездила большая делегация, у нас было много победителей в данных конкурсах и были награждены следующие организации. Средняя школа номер 3, директор Сотник Раиса Ивановна, МУП ККП, директор Сидорков Вячеслав Владимирович и уполномоченный по охране труда Ганичев Анатолий Викторович, Смоленская атомная электростанция, Галимов Александр Сагидович, Атомтранс, Лученкова Ирина Григорьевна, САЭС-сервис, Целей Анна Егоровна, детский сад «Чебурашка» и Ноздря Светлана Алексеевна, средняя школа номер 4. Вот такая большая делегация ездила от города. Все награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и небольшими подарками. Поздравляем всех победителей. В Десногорске пройдет второй этап фестиваля «Уличное кино». Вне конкурсная программа. В 21:00 стадион «Атомтранс». Приглашаем всех. Возрастной ценз 18+. На теплосетях города продолжаются ремонтные работы.